Большим футбольным уикендом можно назвать прошедшие выходные в Шадринске. В субботу болельщики могли посмотреть игры чемпионата Курганской области, а в воскресенье – первенство. Открыли спортивный праздник на стадионе «Торпедо» команды «Политех Шадринск» и «Кристалл Куртамыш». В последнюю пятиминутку первого тайма гости дважды праздновали успех, а под занавес встречи довели счет до крупного 3-0. Кто бы мог подумать, что вскоре сценарий прошедшего матча почти в точности повторится. Через час на зеленый газон вышла следующая пара. «Торпедо Шадринск», «Звезды Динамо Курган». Черно-белые сразу устремились в атаку, но динамовцы натиск сдержали, а на 15-й минуте уже смогли поразить ворота хозяев. Вратарь торпедовцев Максим Егорченков не рассчитал траекторию мяча, посланного Романом Кучиным, навесным ударом, и игровой снаряд влетел под перекладину. На 30-й минуте Вадим Манатов допустил ошибку, которая привела ко второму голу. Завершающий удар нанес Станислав Медведев. Полоса невезения на этом для «Торпедо» не закончилась. Ее капитану Тимофею Черемисину так и не удалось за 90 минут попасть в створ ворот соперника. Тавис Хафизов и Антон Суханов еще в первом игровом отрезке проиграли 3-2 микродуэли голкиперу «Белоголубых» Алексею Плотареву. С «Торпедо» всегда очень тяжело в Шадринске играть. Прям команда сильная, не знаю, как бы с ними очень тяжко. Ну, сейвы, не знаю, сейвы повезло, наверное, больше. Как бы везение играет немалую роль в футболе. На 78-й минуте, ставший в 2021 году чемпионом Курганской области в составе «Торпедо Шадринск» Максим Сигуев показал своим бывшим партнерам, как реализовывать выходы 1-1. 3-0 – победа команды «Звезды Динамо Курган». Задача, мы куда встреваем, короче, стараемся выигрывать. Вот, а дальше как получится, потому что у нас девиз, это нас можно обыграть, но победить невозможно. Поэтому, как говорится, выходим всегда побеждать. Обидно, конечно, в таких матчах проигрывать, тем более с таким счетом. Я думаю, что счет все-таки не по игре. Практически три своих ошибки, три гола. Второй тайм перестроились, в общем-то имели кучу возможностей, опять же, страдает реализация. Но в таких матчах нужно забивать. Все-таки основные соперники за чемпионство, я думаю, в каждых матчах очки нужно брать, ну, особенно дома. Реноме футбольного Шадринска на следующий день поддержали дублеры. В рамках областного первенства «Политех Дубль Шадринск» оказался сильнее футбольного клуба «Долматова». Счет 5-0, а игроки «Торпедо Дубль», проигрывая после первого тайма 2-3, сумели переломить ход поединка с юргомышским «Стартом», завершив его в свою пользу со счетом 5-3. Антон Суханов, последний, наверное, этот момент будет в исполнении торпедовцев. Решил он пробить. Нет, Алексей Плотарев сегодня игрок лучший в составе команды «Звезды Динамо».